стоит, чтобы было видно все. Алдесбан, привет. Ой, я хорошо. Хорошо, потому что сегодня вышел The Outer Worlds от замечательных Obsidian, а я как любитель Нью-Вегаса просто не могу пройти мимо. Как любитель Нью-Вегаса и как любитель Knights of the Old Republic, я бы даже так сказала, помимо прочих, и Pillars of Eternity, там, и все такое. Бродранер, чекни, пожалуйста, ВК, привет. У вас как дела там? Я вот в космосе, а у вас там как на Земле? Делишки. Наконец-то про космос РПГ вышло. Не прошло и 100 лет с Mass Effect. Молодец. Так, как по звуку, ребят? Нормально, не очень громко. Но это прям ретро. Игру можно еще чуть тише. Ладно, сейчас. Так. Тут не нужно нигде принять нажимать. Ну, ладно. Is this the? Или нет? Я плоха в артиклях. Ну-ка, надо посмотреть. Ну, я подумала бы, что Тен тут нужно. Или нет? Ну да, нужно, нужно. Нужно, да, мне кажется. Новая игра. История нормальная, нормальная. Выбираем нормальную. Это же RPG. А не то, что мы вчера делали. Для первого прохождения игры в нормальном режиме у врагов обычно по здоровью они наносят обычный урон. Субтитры вкл, субтитры одиночных реплик вкл, субтитры в заставках вкл. Поехали, ох, ох. Ретро-налётик. Зачем оставаться на Земле, когда звезды сулят несметные богатства? Приезжайте в Алкион, единственную колонию на краю Вселенной, где за порядком следят корпорации. Прям Биошок напоминает. Путешествие займет не более 10 лет, но они покажутся вам минутами, и все это благодаря удобной и безопасной гиперчета. Вы проснетесь в идеальном обществе, созданном исключительно для того, чтобы гарантировать вам максимальную продуктивность и полноценную свободу. Уже совсем скоро вы наконец-то станете хозяином собственной судьбы и попадете в этот удивительный мир, в колонию Алкион. Ну прям реально Биошок какой-то. Ставить надежду на границы колонии. Тревога, вторжение в охраняемую зону рядом с Надеждой, неопознанный корабль. Так лучше. Спасибо. Так. Здрасте.
Ничего не работает, пока не стукнешь. У него почему-то знакомое лицо. Финнес Вернон Уэллс. Статус беглец. Разыскиваемый коллегией. Чего-то там. Мне надо написаться на скорочтение, наверное, с такими субтитрами. Сотни тысяч колонистов навсегда брошены дрейфовать в открытом космосе, просто чтобы не портить статистику коллегии. Возмутительно. Интересно. Что бы это значило? О, да, распределение очков. Одноручное оружие ближнего боя, двуручное, тяжелое, блок, вдохновение, запугивание, урон, грузоподъемность, скорость атаки в ближнем бою. Блин, за кого мы хотим играть? Для привлекательного? Я думаю, что в RPG вот это очень важно, потому что много что можно решить в процессе разговора. Твердость духа улучшает вашу природную способность восстанавливать здоровье. Два восстановления здоровья в секунду. А где дальний бой? Ага, огнестрельное оружие у нас зависит от... от ловкости. Самое сложное, наверное, даже не создать персонажа. Вкладывание очков. Я бы вложила вот в это. Вот в это. Вот в это. Вот в это. И вот в это. И вот в это. И давай у нас все будет хорошо. Ладно, давайте вложим. Хотя, наверное, силу я бы не стала. Грузоподъемность, это, конечно, важно, но я думаю, я прокачаю это в последнюю очередь. Скорость атаки при зарядке оружия дальнего боя. Критический урон. Наверное, мы возьмем либо проницательность, либо интеллект. Так. Бонусный урон критического удара. Ладно, возьмем всего одинаково, а дальше уже будем смотреть ситуации. Потому что в любом случае все это прокачать хотя бы разочек было бы неплохо. Дальше навыки. Здесь у нас похожая история, как в Fallout, я так понимаю. Навык дальнего боя. Навык легкого оружия уменьшает раскачивание прицела при стрельбе из одноручного огнестрельного оружия, а также повышает вероятность критических попаданий из такого оружия. Одноручное, да? Двуручное. Так, на дальний бой нам нужно. Red, и что ж... Я бы взяла... вот это. Технологию. Или общение. Но, наверное, лучше технологию. Your skills would have been wasted in a corporate lab. Вот так. Нормально. Хочу все-таки ориентироваться больше на... не на ближний бой, а на стрелковое оружие. И использовать возможность... изучить всякие приспособления. Так, бонус от квалификации. Нет явных особенностей. Для человека ваших навыков должность колониста казалась весьма неплохим началом карьеры. Расширение ареала человечества, освоение космических рубежей – дело достаточно смелое, при этом позволяющее не волноваться о завтрашней занятости. Что это дает?
Решительность. Длительность действия. Так, можно не читать. Длительность действия напитка. Блок. Младший кассир с правом самостоятельной работы. Убеждение. Получаемый урон от разрядов минус 3%. Техника плюс 1. Уклонение плюс 1. Получаемый урон от N лучей. Лучей. Длительность действия еды. Получаемый урон от коррозии. Вдохновение плюс 1. Интересно, вдохновение дает. Медицина плюс 1. Получаемый урон от плазмы. Наука плюс 1. Одноручное оружие ближнего боя. Наверное, я возьму... Младший молочный научный сотрудник, уровень 0, класс А. Привет, Алекс. Как делишки твои? О, женщина, как вы угадали? Лицо. Ну, все, ребят, час где-то засекайте. Сейчас, пока я красотку не сделаю, отсюда не уйду. Голова. Ладно, я быстро. Нет. 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 Лоб какой-то небольшой. Мне нужен цвет кожи сначала другой. Мне что-то с этим кожей не очень понятно. А тут только темнее дам, да? Я предвкушаю это прот на РПГ. Я тоже. Наконец-то! РПГ, новая РПГ, да еще и про космос. Ну что, это ли не великолепный день? Я очень этому рада. Так вот, цвет кожи мне нравится. Чуть-чуть смоленький. Может, такая грустная? Деловая. Молодая, деловая, грустная. Не спала. Тоже грустная какая. Это что-то типа Fallout, это от Obsidian'ов, так что это от Нью-Вегаса. От Нью-Вегаса, они, кстати, делали Котор второй, так что... Pillars и всякое такое. Так что, а я очень люблю Нью-Вегас, не знаю, как вы. Я лично Нью-Вегас очень люблю. Ну, вот это очень милое. Какие что за брови такие квадратные, как по линейке. Риана какая-то. Но это бан. Брови по горизонтали. Ну вот это мне нравится лицо. Вот это нет. 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 Желтые глаза, как у Дарт Мола. Это тоже красиво. Красивые глаза. Ой, какие фукси. Белые. Синие, зеленые, фиолетовые. Прям в душу смотрит. Мою прическу сначала набрать, а потом лицо под нее. Да, не знаю. Ты тоже создаешь персонажа. Обычно в редакторе ты его там оттачиваешь. Он выглядит классно, тебя все устраивает. Заходишь в игру, смотришь первую кат-сцену и такой, блядь, надо переделать. Потому что когда начинают падать всякие тени, другое освещение. Вот здесь, кстати, очень плохо. Вот чем мне нравилась 14-я финалка. Когда ты создаешь персонажа там, а там это все-таки процесс такой щепетильный, потому что потом его не поменяешь. Только за денежку. Ты можешь выбрать место, в котором ты редактируешь. Там есть несколько сцен с разным освещением. А самое плохое освещение — это прямой солнечный свет в полдень. И там такое тоже было. И ты смотришь, вот когда все выглядят уродами, ты выглядишь нормально, и значит, можно играть дальше. Ну, если ты, конечно, запариваешься по внешности персонажа. А я запариваюсь, потому что мне хочется смотреть и любоваться своим персонажем. Вот это очень красивый цвет.
Вот этот мне нравится. Не хочу необычный. Брови по горизонтали. Ладно, посмотрим прическу, как ты говоришь. Прическа, волосы. А женские есть? Так. Чепчик еще не хватает. А-та-та-та. Ой, блин, садится. Растреп так. Как будто только что синовала вышла. Ну да. Вот эти тут прически мне пока не очень нравятся. И цвет кожи мне это тоже не очень нравится. И лицо мне это не очень нравится. Что за афр? Какие-то червячки. Цвет давайте тоже другой. С чего мы начать? Цвета какие-то здесь очень тусклые. Где светлые волосы? Камон, где светлые волосы? Цвет волос на лице. Чуть нет. Волос на лице. А! Оу! Пушкина? Хотели? Заказывали? Что это такое? Когда... ты хочешь создать женственного мужчину, видимо. И мужские лица тебя не устраивают. Ты можешь примерить бородку. Баки, конечно, наши все. Никого не обидели, да? Стиль бровей. Стиль бровей прямой угол. О! Вай какая, а? Сколько ты скажешь за сегодня бан? Ой, боюсь представить. Да я с такой же монобровью сидела на стриме, когда у нас был марафон. И ничего. Блин, чё волосы такие темные? Джокера, может быть, сделаем? Мне не нравится, что так темно? Господа. Я хочу белые волосы. Ну, все очень темные. Это максимум, да, что вы можете мне предложить. Серебряный серфер. Ладно, посмотрим дальше прически. Боком поверни, там цвет будет видно. Ну, не знаю. Тут освещение, блин, такое, что должно быть светлее все, мне кажется. Не-не-не, даже следы от ветрянки на лбу, прям как у меня почти. Так. Ну что это за бабушки? Тут точно цвет волос. Вот это уже ничего. Но цвет волос, ну, это очень плохо выглядит. Я вообще не вижу. Вот что сейчас у нее за цвет волос? Черный, 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 зеленый. Нихера не видно. Такой хочу. Как у меня почти. Вот эта прическа уже лучше. Будет сюда я пакль черный, через прическу еще есть. Да. Сейчас посмотрим. Я пока видела только одну нормальную прическу. А я точно женский пол выбрала? Ну да, вроде. Такое. Нормальная прическа здесь только одна, как видите. Для женщины. Вот это. Прическа... Вот не говори, ну что за кошмар? Я возмущена. Предельно. В
очень, очень странно. Очень странно. И цвет волос не могу нормально выбрать. Я не вижу ни хрена. А, пока светло. Вот этот. Фиолетово-черный. Вот этот. Вот этот. Стиль бровей. Нормальный. Так, лицо. Вернемся к лицу. С этой прической все лица уже выглядят лучше. Челка прямая. Ну, это единственные длинные волосы, которые у нее, у женщин есть. А я хочу такие волосы. Почему, блин, нет? Да, эта прическа практически всем идет. Сразу все выглядит гораздо, гораздо лучше. Нет. Нет. Хотя, вот это... Ну, нет, она какая-то потерянная. Нет, 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 нет. Это, кстати, миленькая азиатка получается, между прочим. Очень даже миленькая. Мне нравится. Такая няша. Нормально? Нет, нет, нет. И нет. Я хочу вот эту. Вот это мне нравится. Чему не надо? Вот, смотри, какая вот эта хорошенькая. Мы сейчас ей глаза чуть-чуть побольше сделаем. Будет няш. Цвет кожи, значит. Вот такой мы делаем. Так это гораздо лучше. Цвет глаз. Смотри, какая хорошая, мне нравится. В смысле? Какой расизм? Где ты увидела расизм? Мне очень нравится, как она выглядит. Ну, ты какая такая. Ты хочешь ее вот так сделать. Очень плохой эскорт. Что? Ладно, на самом деле, не пусть там ни хрена не будет видно. Мне, честно говоря, она очень понравилась вот с такими красненькими глазками. И с зелеными тоже красиво. Это почти как у меня прям. Вот с этими понравилось. Я боюсь, они мне надоедят. Стенеристы. Чего сегодня с твичом не-то? Что такое? Так. Делаем вот такое. Да? Нет? Что с тобой случилось? Это было страшно. Ладно, нет, мне нравится этот класс. Что так сложно? Выбери цвет. Просто выбери. Она в духовку случайно упала. Или вот такое оставить все-таки. Бледненькой. Или вот такую. А? 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 Давайте быстро вот такую или вот такую? Ладно, такое. Все. Не успели. Боже, дай мне сил выбраться из глаз. Мне цвет волос уже не нравится. Пропейку оставь.
Ладно, я попробую с ней что-нибудь сделать красивое. Но не уверена, что мне получится. Вот на ней, кстати, светлые глаза намного лучше выглядят. Сейчас еще вот тут какие-то были светлые. Вот. Или тут какие-то были еще одни. Мне кажется, или нет. Брови по горизонтали. Угу. Брови вперед. Ой, блин, нет, я не буду с этим запариваться. Мне интересует, значит, нос. Глаз размер. Глаз размер. Так, глаз по вертикали. Глаз размер. Глаз. Челюсть по вертикали. Угу. Вот так. Рот, размер. А форму губ тут нельзя сделать? Рот по вертикали. Так. Нос, размер. Оп-оп. Нос наклон. Мы будем нюхать. И выйму еще, да. 10 часов на строке перса. Это быстро. Я бы сунула рот, сырофла с него. Вообще не предупреждалась. Ну, блин, многие так делают. А я люблю играть за красивого перса. Так что... Где у нас убираются щеки? Ну, конечно, настройки тут так себе. А возраст где? Нос, ширина. Так. Нос, размер. А что, рот только вертикали и все. И размер. Она только шире становится. Ну как, красотка? А бабу, которую муж бьет? Почему? Что я сейчас плюну азиатку сделаю? У нас курносы, картошка делаю. Мне нравится нос. Saint Row. А что там? Ну, подожди, мы только начали. Подожди, подожди. Мы сделали. Брови, черты. О боже, еще что? Какой макияж, почти как у меня. Хорошо, красиво. О, на бровь это сильно, конечно. А борода, по-твоему, это нормально, да? Это ничего такого. Ой, какая прям вообще. Надо азиатку, блин. Сейчас я переделаю на азиатку. Мне кажется, на ней было вообще шикарно. А это они вот что, обвели прыщик, родинку? Или что это вот? Как красиво, боже. Простите, что цикнула. Не удержалась.
Мейкап здесь хороший. Гормонами проблема, что такого-то? Мукураев, правильно, правильно говорю? Привет. Сейчас я такой макияж себе сделаю, что пойду обратно цвет глаз менять. Не, очень красивая девочка у нас получилась. Веснушки хочу сделать, вот. Много-много-много веснушек. Да, грим тут, конечно, вот грим здесь интересно. О, боже, это вообще круто, вы посмотрите, у нее кровь из носа. Блин, это классно. Надо делать прям уроды и вкачивать вообще не убеждение. Нос сломанный. Порез, порез. О, ты говорил, что там? Она похожа на бабу, которую муж бьет. Вот теперь она похожа на бабу, которую муж бьет. А вот это похоже на бабу, которая била своего мужа. Прям очень кроваво. Очень кроваво. Возраст. Нет, пожалуй. Ущемлён. Так. Веснушки. Или вот эту вот зеленую прелесть я хочу. Ну хотя нет. Что мне, если честно, этот макияж... кажется излишним. Честно говоря, в космосе макияж это как-то странно. Веснушки сделаю чуть-чуть. Да. Отлично. Дальше. Готово, да? Все. Как вас зовут? Это легко. Дальше. Начинаем. Наконец-то. Похоже, сегодня ваш день, друг мой. Так, погоня. Погоня. Куда ты бежишь? Он нас встречает. Какой-то сумасшедший ученый, видимо. Штурмовик ВОК. Просим вас выключить двигатели. Что-то не вредно ли за блюды? Штурмовик ВОК. Он в виде ВОКа? Такого. Чаша? Начать ускорение. Так, он, короче, какой-то незаконный хер. Незаконный хер. У меня дети уже в школу пошли в какую-то... Это я еще быстро! Это я еще быстро! Если бы у вас тут не было свидетелей, я бы... долго сидела. И сделал бы зетку, наверное. Скоро каникулы. Че, скоро каникулы? Опять? Хватит отдыхать. Учиться кто будет? А вот и вы. Хочется узнать, что происходит, не так ли? Боюсь, у меня плохие новости. Ваш корабль необъяснимым образом выбросил за пределы зоны скачка, поэтому путешествие продолжилось на световой скорости. А это означает, что вы, а заодно и остальные колонисты Надежды, пребываете в анабиозе уже почти 70 лет, или около того. Обычно разморозка после столь длительной гибернации приводит к ужасающему результату. Называется массовый разрыв клеток, но я бы назвал это разжижением. Что-то не так? О, да можете не волноваться. Я закачал ваше тело специальный раствор собственного изготовления, который не даст вам умереть ужасной смертью. И по возможности сохранит вам жизнь, в чем мы, надеюсь, скоро убедимся. К сожалению, последние реагенты были потрачены на ваше спасение. Знаю, я многого от вас прошу, но вы должны помочь мне добыть еще, иначе нам не удастся спасти остальных. Я бы сделал это сам, конечно же, но коллеги назначили за мою голову большую награду. А мой корабль выведен из строя, но я уже нанял одного контрабандиста, чтобы помочь вам. Он скоро, ага. Похоже, мы на месте. Удачи.
Это стрим? Она очень быстро разговаривает, я не могу медленнее. Мне нельзя медленнее, не успеваю. 360. Есть такой налет Биошока, да? Слышно меня? Эта штука работает? Ага, идет. Так, на чем мы? Да, контрабандист. Его зовут Хоторн, и он должен ждать тебя на посадочной площадке. Он будет твоим, так сказать, шофером. Не переживай, мне говорили, что он профессионал. Лихой стрелок, уникальный корабль, все дела. Уверен, он тебе понравится. Я прикрепил к твоему костюму простенький беспроводной монитор, чтобы следить за твоими успехами. Выйдем на связь, как только ты приземлишься. Удачи. Я, все клонисты на тебя рассчитывают. Я могу сразу вам сказать, что этот хер нас намахивает. Вот, я больше чем уверена. Я сказала, что у меня все отлично, ведь вышла РПГ в космосе. От обсидианов. Что может быть лучше? Все отлично. Отлично, отлично. Ой, красиво как. Закон меня побери, это он. Вот идиот, я велела ему установить маячок и отойти, а не стоять с ним в руках, как пень. Вы понимаете, что мы приземлились на контрабандиста, которого сейчас пообещали нам напарники? Печальное зрелище. Тупой, что ты скажешь? Какие штуки мягенькие. Я бы могла на нее смотреть целый день. Ой, я хочу их потрогать. Ну, симпатично. Очень симпатично кольцо. Хейло. Хейло. Вдалеке, конечно, все плохо выглядит, но вблизи, по-моему, неплохо. Да, спасибо, мы уже догадались. Ой, привет, ты кто? Стой, 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 я поглажу. Кс-кс-кс-кс. Так. Используйте, чтобы проходить под препятствиями, действовать скрытно. Левый контрол. Мне неудобно. Ой, мне так палец не гнется, как на фортепиано. Неудобно. Left shift, бежать, left shift удобно, а control что-то нет. Ты кто такие? Пригнувшись, можно перейти в режим скрытности и избежать обнаружения. Ты думаешь, что он нас может обнаружить? А где ноги? Их съели? Ага. Мы в траве, которую не видно, и непонятно, где она заканчивается. А, ну вот. Кажется, один жрет левую. Боже, вы тоже прочитали это слово, поменяв буквы местами? Я не хочу говорить. Что? Изображение неплавное. Включи-ка, попробуй V-Sync. Надо чуть настройки понизить. Неплавненько. Мы тут картинки смотрим.
Вертикальная синхронизация. Поставить галочку. Ок. Посмотрим. Итак, пугливая псида. Как дела? Лучше? Пугливая псида. Хотела бы и назвать ее немножко по-другому, но боюсь, это... Они на меня начали кричать? Что такое? Что такое? В чем дело? Что? Где я? Да упала. Ничего не видно. О, привет. Это кто? Вы уже пробовали. Какой-то ты слишком молодой. Такое лицо у него. Лучше, да? Медицина. 5. Надеюсь, ты не против, если я не буду фиксировать эту часть нашего разговора в отчете. Просто в космосе не одобряют, когда кто-то принимает помощь от посторонних. Просто что? Ну, мы ведь все часть семьи просто космоса, хотя я этого и не заслуживаю. Даже слоган повторить не могу. Пошли мы в патруль. Я заметил в холмах лагерь мародеров. Думал, я с ними справлюсь. А потом мое оружие случайно выстрелило прямо мне в бочину. Кто бы мог подумать, что ты такой лошара? Еле жив остался, заполз сюда и заблокировал выход канистрами. Все, хорошо. Спасибо. Что за мародеры? Ты прежде всего кто сам же заблокировал? Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Я забрала у него оружие. Лишнее. Патроны лишние. Саблю отдал свою. Вероятно, случайных выстрелов снижено на 30%. Теперь попробуйте. Что ты какой-то больной? Какой просто космос? Просто космос! Можешь сказать, где мы находимся, но что надежде, я пойду. А я зачем вообще вышла? Я что-то пропустила. Мы тут читали, разговаривали. Главное, что сейчас все хорошо. Ты что-нибудь знаешь о Надежде? Ты на тете Клею работаешь, да? Только не обижайся, но мне запрещено общаться с сторонниками Клею. Это политика компании. Ты только... Можешь сказать, где мы находимся? Поселение просто космос. Как это тупо звучит? Тут недалеко до Edgewater. Это самое красивое место во всей долине. Обязательно зайди к нашему поставщику, попробуешь знаменитого китунца. Я пойду. Спасибо за оружие. Я могу пойти его просто взять и убить. Так. А я могу бомбануть их? Да? И пойти дальше. Я, в общем-то, это и сделаю. Это не открывается, это не юзается. Ну, ты, чувак, если что, извини. Damn,
Я бы... Что это за хрень? Ага. Тактическое замедление времени. Из-за осложнений, возникших при вашем пробуждении после длительной гибернации, ваш мозг иначе воспринимает время. Объяснили. Нажав на кнопку тактического замедления времени, вы можете замедлить все вокруг. В этом режиме вы можете ходить лишь некоторое время. Понятно. Классик. Сколько их там? Все? Их было двое всего лишь? Да, видимо, да. Лут-лут-лут. Детка, ты просто космос. Еще лупи. Ну, это да. Надежда — это корабль, на котором 70 замороженных людей. Знакомый его друга вообще комплимент девушке сделать. Детка, ты пахнешь любовью. Мне когда она сказала, выполнить. Звучит как-то не очень приятно, если честно. Пахнешь любовью. Такое. Ты ведь живи. Что? Не работает? Ну вот. Навыки взлома и скрытия замков помогут вам попасть туда, где вам быть нельзя. Магнички позволяют скрывать замки. Обходные шунты. Блин, что за слова такие тяжелые. Взламывать компьютерное шифрование. Если ваш навык достаточно развит, чтобы справиться с защитой, вы видите, сколько магничек или шунтов понадобится и сколько времени займет работа. Развитие навыка позволит снизить число требующихся инструментов и ускорит процесс. Лутаем, потом разберемся. Магничка, бананчики, псевдо-яблоко, магничка. Магничка, нульгравное пиво, гур, дрожки. Ой, как тяжело считать эти слова. Рыбные пропалочки. Сытная таблетка, мучнистый нарезной хлеб. А это, видимо, туалет, которым мы не можем воспользоваться. Попробуем открыть эту хрень. А, нет, подожди, сначала я полутаю этого чувака, тут он пропадет, хотя вряд ли, это же обсидиан. Сабля. А тут что-нибудь? Как красиво, да, его разорвало. Ножка, ножка, ручка. Класс. Пойдем вскроем этот замочек. Детка, от тебя пахнет мудрством. Детка, ты пахнешь борщом. Мне не хватает одной круглой штучки, да? Для того, чтобы ее открыть. А тут нельзя на что-нибудь нажать, чтобы подсветить предметы. Жарко. Жарко, это было жарко. Он стоял здесь. Может быть, здесь есть что-нибудь еще? Видимо, нет. Блин, и мне не хватает одной штучки, чтобы открыть этот контейнер. Одной какой-то хреньки. Как это там они называются? Шунти. Шунты. Шунтирование какое-то. Могу залезть? Могу залезть. Нет? Не могу. Все, вроде мы тут все полутали. Здесь ничего нет. Сундучок так останется нераскрытым. Обидно. Обидно, досадно. Я так выбежала великолепно. А это кто? Блин, очень неудобно присаживаться. Мародер-вандал. Мародер-вандал.
Даже почти не покусалась. Может, у вас есть эти штучки? Нет. Сейчас вернусь, не поминайте. Не поминайте, если что. Окей, давай. Там, где чувак сидит, есть кое-что. Чувак сидит? Где чувак сидит сзади? Так, я... Подожди, я сейчас убила троих. Мне не очень, не очень удобно. Мне хочется, чтобы камера была подальше немножко. Этот пустой. Одного я полутала. А второй где? Ой, третий. Третий где? Третий! Эй! Так, один, два. А третий где? Так это был первый, которого я убила. Это последний. И был еще один, который бежал с этой вроде стороны. Куда пропал еще один друг? Эй, ребята! Что за хрень? Давай понизим до высоких. Понизим до высоких. Чего понизим на высоких? А, вот это? Ладно. Куда пропал труп? Мне больше интересует. Ты имел в виду... Там, где чувак сидит, есть кое-что. Это ты имел в виду того? Или что? Ты можешь как-то подробнее мне описать? Что тут есть и где? Спасибо. Thanks for patching me up. Пока, неудачник. Так, а что у нас там в инвентаре? Сабля, сабля, легкие, тяжелые, энергетические. Так. Восстановленный костюм шахтера. Блин, вот видишь, она уродско выглядит. Тут, походу, баг, когда они падают в траву, то автоматически прячутся. Типа скрытность. И надо их еще убивать так, чтобы они в траву не падали, когда умирают. А если я оденусь как мародер? Они меня примут за своего. Го проверим. Тролливуха или где? Просто космос. Как это выглядит вообще? Бананчики. Это работает. Ха, чудно. Посох?
Это неожиданно, я хочу сказать. А вот так вот посмотришь, и как будто мы в Skyrim играем, да? На секундочку. Ну, не считая неба, конечно. Так, ладно, тут были какие-то зверушки. А, он просто бьет. Чпок. Но это надо из стелса. Звук приятный. В общем, сейчас посмотрим. Что такое спарекство? Что-то меня подтормаживает, кстати. Они, видимо, свои. Переоденусь-ка я на всякий случай свою одежду. Я ногу сломала от такого прыжка. Серьезно. Хорошо, что я не взяла такое лицо. Советую тебе переодеться. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my breath. Sometimes management's real good at cost-benefit analysis. Убеждение. Короче, ты его сдала. Да, я что-то не ожидала, что я так вступлю. Я не обратила внимания. Find whoever owns that ship and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Юлия Савичева? В смысле? Она? Я пойду с битой. Дайте мне опыта. Дайте полутать. Мне полутать. Мне полутать. Мне. Дикая псида. Дикая псина. Или... Не пойму, как читать это слово. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the... Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against... Дикая псида, мое второе имя. Ну скажите, что скажите? Что скажите? Как дела? Ты сегодня работаешь?
I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Prepare to eject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, 1. Ты ведь понимаешь, что мы на Земле? Протокол ввод заблуждения. Спуска программы разочарования. Работа тут плохо все. Что плохо? Опять стульев нет. Мне не нужно поднять этот корабль в воздух. Это корабль Хорта? Могу принимать приказ капитана Алекса Хортона. Понимаю, мне потребуется интервью, чтобы получить информацию. Спасибо за терпение и откровенность. Я запрограммирована принимать приказы учредителя капитана Хортона. Если я принимаю приказ от вас, вы должны быть капитаном Хортоном. Вы меня понимаете? Ясно. Вижу, ваши детективные способности не пострадали. О, это забавно. К сожалению, двигательная установка в настоящий момент неисправна. Главный двигатель пострадал от резкого перебоя в питании, и нам пришлось совершить экстренную посадку. Там видела название корабля «Везучий», от руки написано «Невезучий». Да. Регулятор мощности главного двигателя не подлежит восстановлению, нуждается в замене. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. Кто? Я? A new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Почему она тебе нравилась? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. У него все похожи на нее, даже я. О, боже, второй уровень, как будто меня боженька благословил. Юлия, твое любимое женское имя? Как твою мадам зовут? Unreliable, безнадежный. Reliable — это типа полагаться, надеяться. Надежный. Что за бабуля? Способности. Пойдите. Так, базовое здоровье, тактическое изменение времени, урон, когда в отряде больше никого нет, скорость ходьбы, скорость бега, износ оружия, брони. Блин, какие все способности нужны, цены торговцев, опыт за убийство напарниками. Блин, как классно. Сколько всего? Моя Соня. Алиса. Мне всегда нравились имена на А. Женские. Кроме Анны и Анастасии. Не русские, короче. Ты называешь ее Юля. У меня двоюродная сестра Соня тоже. Хе-хе-хе. Есть имена, которые мне вообще не нравятся. А вот те, что нравятся, ну...
Юль хорошее имя, да. Прям так что. Мне нравятся всякие закорючные имена, сложные. Вообще мне нравится типа Тая. Всякое такое. Тося. Соня. Соня. Не знаю, что взять, я не знаю. Смём. Десять очков. Фи-фи-фи. Как много. Нифига, сколько очков дают. Много. Неожиданно. Так, Ада. Ада, кстати, красивое имя. Это тоже производное имени Сони. Продукты без добавления сои. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Так, так, так. Верстак. Как починить-то? А, вот. Починить. Все, мне нечем чинить. Нифига тут все ломается. Жест. Надо, наверное, зонтик включить, как-то слишком тихо, да, ребят? Вот и час прошел. Я стесняюсь спросить, сколько игра стоит. Наверное. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Frank. Так, короче, это наш корабль. Это наш корабль, и мы в нем главные. У нас теперь даже имя новое есть. Неплохо. Какая завязочка, да? Типичненькая. Что тут наверху? Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Опачки! Еда. Кастрюлька. Кухонька.
Что пропустил? Что пропустил? Так, это маджонг, какие-то мизерные карты. С кем, интересно, он играл? Это вот у этого мародера был такой огроменный корабль. А вы знаете, что иронично? Вот там корабль называется «Надежность». Он безнадежный. А его хозяин сдох от того, что мы на него приземлились. Я не видела эту лестницу раньше. В общем, я не поняла, но вот эти чуваки типа сюда не зашли. А мы зашли. Куплю я дорогущий комп. Откуда деньги на игры брать? Скидки ждать. This wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Она поверила, что я инспектор по безопасности звездолетов. Они мне поверили. Лошары. Что, мне нужно дальше идти туда? Мне нужен регулятор мощности вот этой вот. А в темноте тут не так хорошо все видно, зато небо какое. У-у-у. Почти как в круговерте пустоты. Красота. Хочу. Кто-то хочет переехать в другой город. А кто-то на другую планету. Если я вернусь к этим чувачкам, помогут ли они мне? Ой, они за мной гонятся. Зря потратила только. Да они делись. Они свейдились? Где они? Блин, а это что, кладбище? О, стемнело. Что это? Первобытный? Ой! Минус два. Стрелять еще непривычно. И вот я думаю, может быть, надо все-таки было качать оружие ближнего боя. Но до них пока добежишь. Ну, детка, только не говори, что ты упал в траву. Так. Отлично. Дали для оружия. Ну, красиво небо очень смотрится, но графон, конечно, как в Фоллауте. Чуть-чуть получше, как в Фоллауте с модами. Амазон тут явно не хватает. Пехотинец корпорации. Тут же еще были мародеры по дороге, да?
А вон там наверху это что? Или эти двое ушли туда в лагерь, которые тут были по дороге, да? Наверное, это были те двое. Так, сейчас мы знаем ключик какой-нибудь. Подходит, по-моему. Привет, Майкл. Нет, пока неизвестно. Наверное, не раньше, чем выйдет Death Stranding. Блин, это было неожиданно. Что с графикой? И с кислотом постепенно лепнет, что ли? Походу. Так, надо поесть. Надо покушать. Что у нас есть? Как их использовать? F. РМС. А как мне использовать то, что у меня? На какую кнопку управления? Блин, может, наверное, на геймпаде играть? Не, не надо. Клавиатуру мне не хочешь показывать. Ладно. Графон странный, но это типа фишка. Тут есть скрытное убийство? Дубинка норм работает, кстати, вообще. Лучше, чем оружие. Not bad. Надо быть просто внимательнее. Так. А саблю дверки нельзя, интересно, тут взять? Мне вот все-таки интересно, что там. Ну ладно, дадим сначала сюда. Глава города. Угу. F. F, пресс F.
Это вдохновение вы откроете специальные токи, которые может парня в эту сторону работать, увлекательно. Типа. Вот он подходит. Ретро-космос, ретро-вейв, прям этот... Стражи Галактики. Я так понимаю, их маскот вместо... Человечка из Fallout. Бип-боя. 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 Хелкион. Берт Кот. Награда щедрая. Бунт! Это типа квесты. Ничего, что я хожу, вот, наставив на всех в пушку. NPC-ка мне даже не потерла. А чё мне с ним тереть? Ничего, с каждым, что ли, встречным разговаривать? Вот Алистра, ничего здесь какая-то. Кислотненько так. Для меня это выглядит как... Fallout, разбавленный биошоком. В космосе. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high wall. Ты шахтер? Ребят. Ты шахтер? Я не расслышала ваше имя. Я Алоэ Куала. Младший гробовщик. Как же говорит старший? Definitely not the junior in humor. Определенно не с младшим гробовщиком. Если здесь поговорить с ним, кофе с Криду Топсону. Он в башне над заводом, отправляйся в город, иди по дороге. Из желтого кирпича. Болезнь выкосила почти всех Эджвотерских слабаков. Мы не бойцы. А вы не боитесь заболеть? В городе время от времени вспыхивает заразная болезнь. Наверное, на новых землях без этого никак. Телу нужно привыкнуть. Давно вы работаете? 20-30? Да, один в уме. О, да, всю свою жизнь. Работа, не бей лежачего. Свежий воздух, физические упражнения. Одна беда, бумажки надо заполнять. Никто не хочет платить гребаные пошлины. Вы уже упоминали эти пошлины, я могу помочь их собрать. Хочу ли я собирать пошлины? Много ваших уходит в мародеры, бывших наших. Да, мародеры грабят мои могилы. Пришлось обзавестись охраной. Что им нужно? Добыча? Им нужна самая ценная добыча, какой только можно представить. Собственность просто космоса. Если эти мародеры продолжат искать моего кладбища тела, компания урежет мне зарплату. 4 работника до сих пор не заплатили. Филлис, Конрад, Людвиг и Мартин Эберт. Это там особый случай. Может быть, слегка бить его за жабу. Парикмахерская. Но это что-то на заводе. А, наверное, я делал несколько дней. Он живет недалеко от завода. На посадочной площадке. Ладно, мы взяли саб-квест. Да, музон подходит вообще идеально.
Я буду воровать, да, если я буду собирать классически. Трип-чай. Интересное название. Филики тунца. Двухчасовой энергетик. Знаете, тут забавно, конечно, по-русски сделали. Карты с питами. Туалет, полагаю. Раковина без зеркала. И душ. Ладно, мы зашли в чей-то дом. Но я думаю, что воровать пока рано. Пока мы еще не освоились. Посадочная площадка, я полагаю. Где же этот хрен? Спит, небось? Так-то сейчас ночь. Мне 36 чего-то там. Развивайте навык взлома. Да, цены тут, конечно. Эй, где этот чувак? Где этот хрен-то? Скажи мне, где тот черт, который надо найти? А, я просто нашла, я не воровала. Она сказала, что он на посадочной площадке, но, возможно, я его не могу найти, потому что сейчас ночь. Так что... мы пойдем назад и вернемся сюда, когда выйдет. Что у них тут, солнце? Или что? Это что, вулкан? Охренеть. Контейнер просто так валяется, это нормально? Воровать. Я не ворую. Милый, я не ворую. Это все не красненькое, так что я могу это взять просто так. Возможно, владелец этого дома умер. Так, симпатично. Это у нас Раптидон. Это та типа псида. Псида. Так. Могильные дельцы.
Короче, надо по всему городу рыскать, да? Ладно. Пойдемте. Сходим сначала по сюжету. Охранник, охранник. Рабочий консервного завода. А вот, наверное, сам консервный завод. Да? Но как сюда зайти? Никак. А вот. Я так понимаю, это консервный завод? Что-то тут вообще никого нет. Фи! Вы из нее делают консервы? Филлис Грейнджер. Это было легко. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though, Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Чувак застрелился, она его похоронила. He was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. Как-то дорочить все разговоры создают впечатление этой корпорации очень строгой, суровой, супер ограниченной всякими правилами и законами. Им ни хрена нельзя, и они платят за погребение сотрудников. Это то, что чувак покончил с собой. Они заплатили очень... Она заплатила много денег. А он ей даже никто, он просто сосед. Самоубийство — преступление, если выражаться юридически, невосполнимый ущерб собственности компании. Когда один из работников совершает преступление, за него платит весь город. Коммунизм у них, короче. Иными словами, Edgewater был серьезно оштрафовали. Все, чего Юджин стоил для просто космоса как актив, нам пришлось бы выплатить из собственного кармана. Пришлось бы? Мы не можем себе позволить оплатить самоубийство. Я знаю только, что Сайлос потребовалось мне плату за погребение Юджина, а значит, его погребение одобрено. А значит, его документы в порядке. А значит, город в безопасности. О, Зиви, привет! Да, ну не видно тебя было. Как жизнь. Как дела. Просто рада, что это неприятная история. Наконец, позади Джин может покоиться с миром, и мы можем спокойно жить дальше. Неплохо. Просто жуй. Пистолеты просто космоса, дешево и убойно. Распространение инфекции достигло критической точки. Я приказал сотрудникам устроить в старом главном офисе лазарет. Инфекция — это жестокая реальность жизни на новых землях, и мы обязаны смотреть реальности в лицо. Увы, реальность такова, что на всех сотрудников компании препаратов не хватает. Медицинская помощь — это не право, а привилегия, и мы должны каждый день демонстрировать, что достойны этой привилегии. Если вы чувствуете, что заразились, лучшее, что вы можете сделать для себя и своей семьи, надеть униформу и пойти на работу. Работа укрепляет дух. Болезнь тела лишь демонстрирует слабость духа.
весело тут у вас. А где книжка, которую только что подняла? Я могу ее использовать. Не могу. Я думала, я ее поюзаю и выучу что-нибудь. Хм. Там контейнер наверху стоит, не так ли? Да боже. Непривычно, что нужно залезать на лестницу, нажимая на кнопку. Я уже отвыкла от такого. Так. Оп. Оп. А, почему ты не допрыгнула? Прям Биошок напоминает очень сильно. Она со спуска почему-то не забегает. О, а это что? Лифт. Терминал. Короче, понятно. Если ты заболел, делай, что хочешь. Но не забудь прийти на работу. Что-то я не пойму. Мне сюда и нужно было. Окей. Жив. Расскажи что-нибудь. Что делал? Что у тебя сейчас происходит? Какой-то он женственный. Честное слово, порвать. В следующий раз. Я прошу прощения, меня не предупредили о вашем визите. В противном случае я бы лично встретил вас у ворот. Это вы, Рид? Мне сказали, что хотят поговорить с вами. Администратор комплекса. Не могу не отметить, что на вас нет униформы. Думаю, у вас сложилось по мне неверное представление. Мне кажется, музыка очень громко. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Старая ботаническая лаборатория, если регулятор мощности, она почти заброшена, так что электричество расходуется впустую. Отправляйтесь на геотермальную электростанцию, перенаправьте энергию из ботанической лаборатории к нам, и когда вы их обесточите, можете забрать их регулятор и идти своей дорогой. Там живут люди. No, I do not imagine they will be free. But like a parent disciplining an unruly child, we will be doing them a kindness. The people living in the botanical. Дезертир. Бывшие работники, нужно, чтобы они вернулись к своим обязанностям. Нужно, чтобы они вернулись домой. Понятно. Там живут дезертиры. Oh, no, I don't want you killing anyone, least of all them.
My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to... Что-то мне доводится, что он умрет. The Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all about you, Mr. Thompson. I hesitate to part ways with Miss Holden, but I cannot deny that she is talented and might prove useful. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Давай, go. Первый персонаж в команде. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. And thank you again for your help. It is a lot to ask, stranger, I know. Привет. Мне еще ждать, пока ты зайдешь. Что меня толкает? Кто меня толкает? Sorry. I... You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along with me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters. Так. Oh, he ain't a liar. It's just, to Mr. Thompson, a person's a doer. It does its job quiet-like. If it's weak. Mr. Thompson is aiming to take away their power. They'll have no lights to see. It's just... I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's... And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. It's just an idea. The mission's on the east side of town. You can't miss it. Thanks, man. I just think when you gotta make a decision, that's what my dad was. Так. Она говорит, надо сначала сходить к Икарю, с ним поговорить. Потому что дезертиры хорошие люди, и оставлять их без электричества неправильно. А нам нужно оставить их без электричества, чтобы взять генератор, который нам нужен для того, чтобы починить наш кораблик. Мип, 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 мип. Держи в курсе, порвать, это жена Богушевы. Да, знаю таких. Ты что, шиваит? Знаю я одного шиваита. Веселый парень. Пип, 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 пип. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. Okay.
Приобретайте три уголовных дела, четвертое получайте в подарок. Она женщина с юмором. Если она сможет с модерами, то предложит свои услуги. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Mm-hmm. You know how to carry yourself in a fight? Cross them off and bring me their fingers. Just one for Marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as... His likeness decorates many a wanted poster. You're correct. An outstanding bounty. Угу. Вроде бы несколько. И вообще любвеобильный вроде как. I am obliged to warn you against forming acquaintances. I am also obliged to inform you of our referral program. For every criminal you refer to the authorities, the board will reward you. I'm obliged to remind you that questioning the Barack Wells has been wanted for as long as the board decides he has been wanted. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of... Something to... As long as your question... This is a setup to a joke. You should know I've never found any. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on, also known as the board. I must admit it's flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not always are gifted. Короче, они разыскивают этого Финнеса. Бунт, подделка, заговор, заговор с целью заговора, медицинская практика без лицензии, уничтожение собственности коллеги. Ну, я тут посижу. Награда за головы. Ладно. Интересно, типа можно реально подставить этого чувака и выдать его, убить этого ученого, который нас спас. Правильно я понимаю? Yes, Mr. Thompson. Well, did Mr. Thompson send you? Я прознаю мой любимый индийский бог Ганеш. Почему у всех лиц не написано, которые... Мне как-то приснился Ганеш. Давно еще. Это был классный сон. Silas, but a couple hours out of your day and some life second story. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. I need you to break it. Nab that. Do what a... This
myself with it. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine. More like the company won't treat. You will not. Их дом маленький был у нас в магазине. Стетки индийских, китайских уважес продавались рублей по 30. Матушка вместо киндеров их покупала, была целая коллекция. Ничего себе. А я бы вряд ли так сделала. Just keep your head down when you're in there. Or up. I ain't no Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have. Так. Вторую пошлину отобрали. Нам нужно сходить еще на площадочку. На площадочку. Которые мы уже были ночью, и поговорить с чувачком, который там. А, это ботаническая лаборатория. Нет, я не сюда хотела. Я хотела... Может быть, не выбрать этот квест? Задание. Долгое завтра. Кула правосудия. Могильное дельце. Вот. Что-то не покажешь теперь. Так. Угу. Все правильно. Барбершоп. Ох, боюсь представить, что здесь меня ждет. Your hands are probably crawling with germs. Мне на всю стену висит покрывало такой Ганеша, стоило 3000, торговался за 200. Ого, вот это тебе навык торговли прокачанный. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death. Whereupon I will clean and prepare your remains. Понятно. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. As broke as pie crust, friend, bitless, I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity. Thank you, no. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. Not a bad idea. But I'd need... Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't... What could I do? Am I in the company of a fellow doctor? Go ahead. The plagues, fever, chills. Company policy, friend. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Edgewater has been good to me. I am never wanting for work. As the good vicar says, work fortifies. Что я придумаю, блин? Зачем я выбрал этот вариант разговора? Придумаю что-нибудь. Зря я это сделала. Отменить. Отменить. Обновление обновлено.
Что мне сделать? Типа посмотреть, что у тебя можно взять залог? А у него в натуре ничего нет. Что я придумаю-то? Конрад, секретарь застрелился. Это очень плохо. Компания называет это прямо уничтожением собственности просто космоса. Юджин был ценным ресурсом, кому-то придется платить за его тело. Это нас разорит. Вот и мне пришла мысль продать его зубы. У Юджина ведь был полный рот золотых зубов. Это у него от родителей, кажется, семейная драгоценность. Ты ведь будешь заниматься его телом? Покопайся там, вытащи зубы. Продадим их где-нибудь тихо, а из полученных битов заплатим за тело, там будет лучше всего. Что скажешь? Не пиши в ответ. Вообще со мной пока не разговаривай. Просто подай сигнал в следующий раз, когда встретимся. Бровями пошевели. Золотые зубы. What can I do for you? С ним просто, если не нравится, кричишь, что нахер, разворачиваешься и уходишь, сами догонит. Это в Индии был, в Мексике это тоже работал. Боже, Индия у вас индус учится в городе? Нет, индус почти нет. Американцы, арабы. Да. You know about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor... More than a few. I can't ask Silas to dig up a man's body. Are you asking... Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. I'm sure... Here you are. Gravesite papers affixed. Eugene was not a suicide. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered Eugene overdosed on adrenatine, which is known to cause psych. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hop. I included it all in my official report. I'd like to think. Так, мы сделали свою работу, мы можем поговорить вот с тем челиком на станции. Какая прелестная, блин, хрень. Она маленькая. Мне не нравится, как она выглядит. У нее такая жопка. Это жопка? Жопка где? Вон там или вон там? А, наверное, сверху. Стоп, это выход. А мне нужно в другую сторону. Ты индусов тоже любишь? Как и Индию? Ай, блин, ногу сломала опять. Несколько месяцев завалил руководство слишком, можем поступить в саду. Что? Ты когда-нибудь махала дубинкой? Дай-ка я взглянула, кто держит оружие. Хочу убедиться, что там что-то годишься. Автоматоны. Существуют окмены в огне черной злобы. Юни лыху старые электростанции. Они как лязгают и громыхают. Трелят по птицам. Планируют свое восстание. Где будешь ты, когда бряцающие орды механизмов покажутся вон на том холме? Будешь прятаться под кроватью или встанешь плечом к плечу с сопротивлением?
Ты хоть раз видела, как механизм просто стоит? Просто стоит, смотрит на тебя, сканирует тебя своими взломанными окулярчиками. Не доводилось. Подозревает в том, что их так запрограммировали. Машины запрограммированы на уничтожение человеческой расы. Они запрограммированы так, чтобы заменить нас. Сначала они отняли у нас работу, а отняв средства к существованию, они придут за нашими жизнями. Я не хочу, чтобы меня нанимал. Он какой-то сумасшедший. Раз я его уже открыл, я возьму все, что там есть. Да, это воровство. Что мне делать? Не знаю. Починить. Мне одной не хватает. Печально. Входной шунт. Битами. Ну какая-то спольная клюшка. Ладно, ты ничего не видел? И я. Нам нужно вернуться к нашему могильщику. И считать, что первый побочный квест мы сделали. Выходные на выходные выпадают раз в месяц. У тебя в этом неделе выходные в выходные? Или что? Новый левел — это какое-то благословение каждый раз. Очков много дают. Все потихоньку подкачивать. Что у нас там по квестам осталось? Интересно. Где по карте мне искать этот тайник? Далеко. Тоже не близко. По пути сделаем. Пойдемте поговорим с этим констеблем.
констеблем, викарием. Блин, ну и клещеховато какие-то. Мантизаур. Кто это? Откуда они? Кто их нарисовал? Много вопросов. Может, я могу здесь продать то, что мне не нужно? Что это? Касса? Привет. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment, not since that little incident. Какого инцидента? Ask her if you care. I won't touch anything. Music to my... Навык торговли. Наверное, больше я ничего не буду продавать. Только если вот это. It's not the best choice. Все, теперь можем идти к этому викарию. Где он там есть? Да, это похоже на церковь. Честно говоря, игра не очень смотрится как 2019. Так вот, если по-честному. Но это новый RPG, поэтому не могу устоять от получения удовольствия от бродилки. Один из наших мест. Потрясающий викарий Максимен де Сото к вашим услугам. Или викарий Макс, если угодно покороче. И мисс Холком тоже тут. Непривычно вас видеть на людях. Уже знакомство. Понятно. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling. У него лицо тоже какого-то актера мне напоминает, кстати говоря. Порвать я хотела посоветоваться с тобой просьбе Рита. Как-то казалось, что ты не местный. Какие духовные советы ты не даешь людям? Я только что вспомнил про другое срочное дело. Вы хотели поговорить со мной, мисс Холком? Каждый раз, как я пытаюсь вам начать разговор, вы опускаете взгляд, отвечаете односложно, и потом вовсе убегаете. Ветерное ухо. Насколько же серьезным должен быть вопрос, чтобы она ко мне обратилась? О чем вас попросил мистер Топсон? Отремонтировать геотермаль. Оборвать подачу дезертируемой электроэнергии. Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Если вы хотите спасти как можно больше людей, тогда вам нужно собрать всех вместе, переключите подачу на Edgewater и убедить дезертира вернуться в родимый Годрид. Это вообще возможно? Нет, если оставить все как есть. Позволю себе один непрошенный совет. Будьте осторожнее по пути на геотермальную электростанцию. Это почему? Я привел сюда в том числе ради того, чтобы по долгу службы искать запрещенные еретические тексты. По счастливой случайности мне стало известно, что такая книга в этот самый момент портит репутацию какого коллекционера.
Стоит отметить, что резиденция этого библиофила находится за пределами городских стен. Но набежала тьма мародеров, и мне помешали. Если вам не... Ага, спасибо. What? No, I don't want to. I just want to keep the writing out of layman's hands. On the contrary, my position means that I am one of the. Glad we see. Thank you. Сколько побочек уже мне надавали, а? Ужас. What would you like to discuss? Not to put too fine a point. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a dead end, pretty universal here. Except for Ms. It's just... There's more... I'm simply bemoaning the... Yes, but I must double my efforts to elevate my flock. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to the stress. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work for the... Selling? No. It is free for all who seek it. I... Have you? These people need something. Anything they can grasp to survive. I'm... My apology. Короче, ладно. Я не хочу уговаривать этих людей возвращаться сюда. Здесь не круто. Может быть, если они мне предложат какое-то альтернативное решение, я бы лучше помогла им. Лично я бы отсюда тоже сбежала нахрен. Нет, это не круто. Ладно, посмотрим, где эта книжка. Ну, там же, где и все остальное. Ладненько. Ой, как красивенько тут. Зря, конечно, что мы в ночь сюда пошли, но ладно. Реально вулкан, из него вон лава течет. Ядреное ухо. А вон и мародеры. Стоит чуть-чуть отойти от города. И здесь уже так много мародеров. Сейчас попробуем его по стелсу убить. Не факт, конечно, что это возможно. Вряд ли, наверное, вообще возможно. Травы рядом нет. Два мародера и один главарь. Сначала надо убить легких. Ah!
еще? Да, от этой штуки не особо много толку. Блин. Я думала, что я сейчас как сдробана их разложу. Не получилось. Неожиданно. Думала, от него будет больше толку. Зря чинила. Пока в стелсе убивать их проще всего. Фигня. О, блин! Что за хрень? Боже, я чуть-чуть свернула с дороги. Я не знала, что здесь так опасно. Офигеть. Я такая просто спрыгнула, на нас налетела целая куча каких-то существ. Жесть! Как так-то вообще? Откуда они вообще взялись? Дикая... Блин, я извиняюсь, но мне все время хочется буквы И и С поменять местами. А вон там контейнер. Она просто пожрала и спит около костра. Птероскат. Интересно, у них много хп? Не показалось, что тут что-то светится. Ну, вроде бы здесь нет ничего полезного. Надо хоть иногда на карту поглядывать, что я вообще безрассудно поступился. Ну, рассказывай, что ты ел. Классическая рубрика «Что ел Космо на ужин?». Ну, мы спать пошли. Это прекращай по пятницам стримить. Окей, как скажешь, босс. Давайте этого сзади убьем. Просто по-быстренькому.
успел похилиться. Фак. Когда будет 202? Что? Взрослая самостоятельная жизнь. У меня почти получилось. Блин, у тебя такой сложный ник. Пончик я разобрала. Фонисик. Как правильно? Не могу прочитать. Привет. Ты ник поменял? Да-да-да, я так и поняла. Хорошо, просто пончик. Привет! Как дела? Да-да, я вижу випку, и поэтому спрашиваю. Блин, дуру не убирай! Он один остался же, да? Все? Да? Мы... We made it! Yes! Fucking yes! Где этот главарь? Вот он. А где третий? Хрена, что тут трупы на карте не показываются. Сижу, пришла стрим посмотреть. Солидство зим. Не надо. Это The Outer World. Сегодня вышла от создателей Fallout New Vegas. Ну, оно стоило того, чтобы 3 раза сдохнуть, я считаю. Нормальный такой утец. Только темно, как в склепе. Да, в темноте тут не очень хорошо, конечно. Ничего не видно. А врагов он показывает, только совсем близко подойдешь. Темноте еще тяжело понять, когда персонаж идет к тебе или от тебя.
поспать. Куда делся? Вот он. Тут много, хочу сказать. Ей командовать. Дура, убегай! Я ногу сломала. Ладно. Как ей командовать? А что, сколько времени уже? Уже 11. Да. Поспать? А, ты имеешь в виду... В игре про... Поспать. Правление. Так, 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 так. Далеко они бегут, да? Ну, одного-то мы убили. Все, они отстали. Или минус один же. В итоге. Врагов тут до хрена. Патронов не так уж и много. О, еще один вышел. Как бы это без палева провернуть? Я могу взять два пистолета в руки, интересно. Наверное, нет. Ты чё вышла-то оттуда? Сумасшедшая. Там стоит один толстый. И где-то три мелких, по ходу дела. Так вот просто стелсом это все, мне кажется, не сделать. Еще такая трава, блин, непонятно, где она заканчивается.
Не знаю, мне кажется, я никто не завалил. Блин, эти контейнеры меня очень радуют. Это трубчик. Еще один. А, их тут вообще много трупов. Они тут такие же простые ребята. Блин, ты там сумасшедшая вообще женщина. Все? Мы всех убили! У-у-у! И даже не умерли ни разу. Нормально. Фу, блин, ты меня напугала. Так, лутаем, лутаем. У-у-у! Сколько, сколько с них всего. Одного я убила вон там сзади, я помню. Лутаю, 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 лутаю. Ничего с этим не делаю. Блин, патроны, патроны, нужны патроны, патроны. Броня. Она типа не может умереть, она умирает, ну типа она нокаут, как обычно в Fallout, твой напарник нокаут и... Когда комбат заканчивается, он приходит в себя. У них так всегда. Все, вроде всех поутали, да? Отличные патрончиков нашли. А то, что ты воруешь у мародеров за воровство, не считается. Это мне нравится.
Не знаю, я просто беру все, что вижу. Лут тут на самом деле, ну, немало. Они прям не скупятся. Я хочу вот эти штучки. Что это, конфетки? Есть стимул обыскивать, обходить как-то все это. Клемент Элдридж. Ну и вспомните, эти компы точь-точь как в Фоллауте. Только с оранжевой подсветкой. Филе китунца. Тунца, китунца. Ой, сколько тут всего. Ой, не могу. Кайф. Мой внутренний енот ликует. Я могу здесь поспать, кстати. В пещере у реки. Отлично. Как всегда, ничего легко не дается. Что же там за место у реки? Ой, нам нужно... О, Незнайка, привет. Чекова. Нам еще мне интересно вот это вот. Рядом тут нет ничего. Ой, нет, это все не рядом. А что еще может быть рядом? Долгое завтра. Тоже не рядом. Пойдем тогда к пещере. Я чувствую себя уже более уверенно. Этот пистолет довольно быстро стреляет. Не пойму, как туда залезть? Как вас достать? А? Как? Туда надо запрыгнуть как-то. Да? Ну класс. Ты не можешь меня подсадить, напарник? Какая интересная игра, это вчерашняя? Нет, это The Outer Space... Outer Worlds. Worlds. Миры. Внешние миры. От создателей Fallout, New Vegas, Obsidian. Да блин, замахал. I don't fight you. She was in another division. The contract said any kids she had, expected or not. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of... You mean about... There was a kind of... Sure, but I've always been good with machines, right? So I saw a lock on the machine and thought, so I did my thing. And the next thing I... It's no fun. Right about then, a bunch of loaders came rolling, and Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to... Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of...
Oh. Mm-hmm. Какая я молодец. Я туда залезла. Кто похож? Ух ты, револьвер. О, блин! Где он? Где он? Куда он делся? Он взорвался? Куда он пропал? Капец! Куда он делся? Видели? Нет? Космос считает, что я похожа на Юру Савичева. Вот вся история. А нам отсюда, ну, нам нужно сделать, забрать вот эту хрень. Ну, да, мы прям рядом, так что... Смысл... Успей выхилиться. Я начался в 17:00 и до 22:30 проработал, еще передохнул, снова в путь, пришел на ночную работу. Ты до 5 утра спал? Нифига себе. Короче, пойдем к реке. Хотя, этих вот убить было бы неплохо. Красиво как, а? А шо, шо ты по ночам работаешь? Так, их тут трое. Трое, и они легкие. Тебя полечить никак. Блин, это... Хрень вообще не дает никакого толку. Да
Да и вообще никакого. Все? Надо, наверное, реально не в огнестрельное вкачиваться. Я из этого дробуна не ожидала, что вообще настолько все плохо будет. Какой-то ужас. До 10 утра, а до этого всю ночь редактировал картинки, сбился режим опять. Печалька. Блин, у меня уже режим устаканился, что я не могу уснуть раньше двух. Что бы я ни делала? Сколько бы я ни вставала, раньше двух я не усну. Че, я просто так убила? Что, даже полутать нечего? Такое. То есть они тусуются прямо на выходе из города? Охренеть. Ого, ого, что я их раньше не замечала. Да, это эффективнее. С мечом эффективней. Не тот путь я выбрал. Я почему-то думала, что здесь с огнестрелом будет вообще нормально. Но что-то нет. Совсем нет. Сабли не так страшно. Домой. Пришел с работы утром 10, спать лег, проснулся 12:20, смотрел стрим, потом ушел на работу, смотрю стрим. Ну, хотя бы на работе-то можешь смотреть стримы. На самом деле, 5% надо спать, иначе охренеешь, что 2 плюс 2, потом сложить крайне сложно будет. Спасибо, Незнайка. Да я думаю, что это за такая красивая розовая штучка? Ну-ка, подойду-ка я поближе посмотрю. Спасибо, что не умерла. Короче, обрез — говно. Или его нужно модифицировать, чтобы из него было хоть что-то нормальное можно сделать. Скорее всего, в этом и смысл. Что там дальше? Ой, а тут что-то много врагов на выходе. Первобытный охотник. Как вы думаете, они очень лютые? Что он сделал с тобой? Доту кинул? Ужас, они тяжелые. Хорошо. О, блин. Работа, может, и хорошая, но 2 плюс 2 было бы неплохо спадать без раздумий. В Москве новорожденного назвали Путислав.
прославивший свой путь. Ну, пусть будет так. Путята. Пути. Можно его будет ласково называть Пути. На самом деле, сутки не спать один раз не помогает. Ну, лично мне. Вот я так пробовала, когда выбивалась из режима, ну, типа, ты не спишь сутки, потом ложишься пораньше. Потом ты, соответственно, высыпаешься, и на следующий день ты также не хочешь спать вечером. Поэтому тебе нужно не спать сутки, а потом еще спать немного, чтобы на следующий день опять лечь не поздно. У меня сколько раз такое было? Я не спала сутки, и на следующий день я засыпала, потом просыпалась хрен знает во сколько. Даже не хрен знает во сколько, я просто спала, пока не высплюсь, но я же сутки не спала. Просыпалась, выспавшийся, огурец. И на следующий день также не хотела спать пораньше, как и обычно. Any progress on that matter we discussed? К чему будет слонить всевестники, ну да. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this... Французский? Потом, я не знаю французского. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha. I was so high and mighty. Preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Well, yes. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater. Как бы ты назвал сына? Я точно не Путислав. А серьезно? Угу. Ну, Арина, кстати, нормальное имя. А вот Эмилия уже не очень по-русски звучит. Мне нравится Вера, кстати, женское имя. У меня одну бабушку звали Вера, другую бабушку звали Люба. И прабабушку Надежда. Поэтому я такая няшка. Боин? Боин? Чё? Что? Какое? И ты бы им назвал? That's neither here nor there. You have a ship. Free spiritual counseling, someone to want. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a pat. Oh. Well, understanding computers is, though I admit I took it further. Fantastic. Edgewater's gonna miss you. Thank you, Miss Hope. I shall see you on the ship. Он пойдет к нам в пати. Нормально. А сколько в пати может быть человек? I'll meet you on the ship when you're ready to depart from Emerald Vale.
Нормально, мы викарий из города заберем себе. Это вообще законно? А, мне же дали левел. У меня есть... Короче, система придумана. Надо каждый день чуток позже ложиться, после бессонной ночи, например, 10, потом 14, потом 17. Ну да. Главное, на самом деле, ложиться это одно, а уснуть это уже совсем другое. Вот мне, например, проблема. Я очень долго засыпаю. Я могу засыпать 2 часа, могу 3 часа засыпать. Могу час. Не знаю, перед сном бег, наверное, надо, чтобы быстро засыпать. Злата и Ларсен. Сын меня назвал Саня. Ларсен. Ларс. Ларсен — это фамилия. Уж извините, это имя Антона. Прям блёвное имя. Игнат или Глеб? Да Игнат и Глеб норма, вот Антон. Игнат Глебович. Это что, как я поняла на космолёте? Это же стих, я поняла на космолёте. Жаль, меня Антоном не зовут. Это сидел бы сейчас в честь один с блёвным именем. На самом деле, я думаю, что очень сильно влияет на восприятие чужих имен школа, потому что у всех, наверное, были одноклассники, которые вам нравились, которые не нравились. И, соответственно, имена их тоже вам нравились, не нравились. Например, я в жизни не встречала ни одной нормальной женщины по имени Вика. Вот ни одной. Кто-то встречал, я нет. Поэтому для меня Вика не очень нравится это имя. Потому что все Вики для меня, они все не очень хорошие люди. Вот. Личный такой экспириенс. А есть, например, хорошие. Имя от Лариса. Ничего себе. В космополитете можно быть поддержки человек брать, как я понял. Ира и Свет не нравится. Мне Свет нравится, мне мама так зовут. Мне очень нравится ее имя, и, кстати, я очень редко его встречаю. У меня нет ни одной знакомой Светы, никого. Ни одного человека не знаю, кроме своей мамы с этим именем. А у меня Ира. Ах ты, незнайка. Эй, меня Ира зовут. Короче, вкачиваемся в ближний. А мама у меня, я хочу сказать, она соответствует своему имени. Очень добрая. Сейчас Сика, ну и как оно было? Такая торва, Ира. Ну вот, видишь? Я думаю, что это закономерно. Хочу срезать. Классные пушистые штучки, хочу такие. Хочу такие оторвать и домой принести. Повичи.
продаться, наверное, пойти надо. Ты скоро не унесу ничего. Неожиданно. В заброшенном доме дверь оказалась открыта. Это типа крыса. Шкура. Шприса. Шприса. Опять у меня будет куча еды, которую я не буду юзать. Потому что мне влом. Шприса. Никопат. Заперто. Нужно еще 3 таких херовины. Надо запомнить это место. Я хочу поставить тут точку. Света туристка одна, которая встречалась с моим приятелем, очень давно была старше его, а потом ко мне клеилась. Ай-яй-яй. Ну вот, видишь, поэтому тебе не нравятся эти имена, потому что они у тебя ассоциируются с людьми. Так что моя теория подтверждена. Теперь это аксиома. Мое любимое мужское имя — это Хидео. Неужто? Будет у тебя сын, назовешь его Хидео? По тапкам, девушка, по тапкам. Сколько их там? 4, 5. По тапкам, девушка, по тапкам.
Один остался. Забагованный, что ли, чувак? Ах, ты с винтовкой. Все. Так, у меня есть винтовка, ребята. Но с мечом мне пока больше нравится. Очень роскошный человек. Роскошный. Аня, Алина нравится тоже есть причина, так что Олина теория верна. Аленина. Я была на работе Олина, я так хотел Юли назвать, что когда свидание позвал свою запорол, она так обиделась. Блин, ну да, это, наверное, неприятно. Когда твое имя путают. Тебе так нравится это имя, да? А еще мне почему-то не нравится имя Олеся. Через О, которое. А еще та пока не уверена, она через О. Ну, не так, что прям ненавижу его, но не очень. Не в обиду ни одной Олесе. Ну, кажется, тут трупы крестиками не помечены. Ну ладно. Как-то красиво вечером. Ну, всегда в курах. Юля очень хороши. Наверное. Ладненько, да-да. Это, закругляться, наверное. Да. Лезть через А. Вершина вулкана? Ху, сколько у меня пушек. Имя-то распространённое. Ну да, ну в принципе, я вот сейчас понимаю, сколько Юли я знаю. Раз, два, три, четыре. Ну, вроде не было ни одной плохой Юли на моей памяти. Были, конечно, странные, но плохой не было. Плазменная винтовка. Штурмовая винтовка. Обрез просто космос. А этот обрез явно получше, чем вот этот. 215, да? Тяжелая. А у меня есть тяжелая. Кайф. Что еще? Тормовая. Шоковая. Фу. 134. Кайф. Охотничья винтовка. Но она какая-то вообще супер слабая. Сабля часового. 44, 54, 73, 73, 73, 76, 320, ручной пулемет у меня есть, ребят, кошмар.
оно такое тяжеленькое. Блин, seriously? Обидно. Странный сказал стример. Мы больше в июле. Завершим, что ли, стример не такие уж хорошие. Ну, да. Конец игры. Как я и говорил, у всех свои ассоциации. Что, закончим на этой великолепной смерти. Спасибо вам за великолепную компанию. Всем спокойной ночки. Ну и неспокойной, конечно, вы работаете ночью. Мне спокойной ночи, вам неспокойной, продуктивной. Увидимся на следующей неделе. Я думаю, что нужно еще какой-нибудь хоррор будет запилить перед Хэллоуином. Может, у вас есть какие-то пожелания? С вами была Алоэ Куалэ.